В рамках рабочего визита в Ставропольский край глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с губернатором Владимиром Владимировым посетил Ставропольское президентское кадетское училище. Рашид Тимрезов подчеркнул, что в данном училище вот уже больше 10 лет обучаются кадеты со всех уголков России, в том числе и из Карачаева-Черкесии. Масштаб училища впечатляет, здесь продумано абсолютно все для максимально эффективного обучения и всестороннего развития учащихся. Компьютерные классы и лаборатории, инновационные оборудования и библиотека свободного доступа, зона досуга и творчества, а также современные тренажерные залы, бассейн и открытые спортивные площадки. Особое внимание уделяется предметам технического профиля, поэтому неудивительно, что большинство выпускников выбирают инженерно-технологические специальности при поступлении в военные вузы. Среди кадетов и дети участников СВО. Их отцы – пример мужества для каждого из участников для всей России.